На старт. Внимание. Марш. Во Владимире прошли соревнования «Вертикальный вызов». Здесь его участники испытали себя на прочность. Среди них 42 спасателя МЧС со всего региона. Их задача – подняться на 21 этаж здания как можно быстрее. В качестве тренировочной площадки – еще не заселенный дом в новом жилищном комплексе на проспекте Строителей. Кирилл работает спасателем 2 года. На его счету не меньше 100 потушенных пожаров. Успешное развитие навыков огнеборца ему необходимо как воздух, признается мужчина. Соревнования позволяют попробовать себя, понять, на что ты способен. Ну и условия соревнований как бы приближены к реальной обстановке на пожаре. Самое главное, я понял, на что я способен. Есть к чему стремиться. Надеюсь, в следующем году или в последующие разы получится улучшить свои результаты. Участие в забеге приняли и журналисты. На каждого выделили комплект полной экипировки спасателей и отправили на старт. Сейчас на мне не менее 20 килограмм боевой амуниции пожарного. Это и каска, и дыхательный аппарат, и сама боевая форма, и топорик. Трудно поверить, как огнеборцы не теряют сознание при таких нагрузках. Сейчас мы на 8-м этаже, и у меня уже сбилось дыхание, и онемели ноги. Результаты зависят не только от скорости подъема. На дистанции 7 судей. Они внимательно следят за соблюдением правил забега. За каждое нарушение – штраф. Штрафы мы даем за утерю ПТВ. Если какой-то либо рукав, либо какое-то снаряжение потеряно, то мы даем за это штрафы. А также штраф, если человек, находясь в маске, в дыхательном аппарате, делает себе дополнительную подачу воздуха с, так скажем, с внешней среды. Но он обязательно должен встать, подышать, продышаться и уже дальше идти. Специального норматива в соревновании нет, поясняют организаторы. В прошлом году лучшим результатом стал подъем менее чем за 3 минуты. Этот показатель задал планку в нынешней борьбе. В боевой работе они эти данные, скажем так, тренаж они применяют каждодневно, ежесуточно, спасают людей как с высоты, так и везде. Такие соревнования – новшество в региональном тревожном ведомстве. Проводятся они только во второй раз. В МЧС планируют сделать их ежегодными. Анастасия Козлова, Руслан Павлухин, 6-й канал.